Китай начал воплощать в жизнь угрозы Канаде после задержания финансового директора одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Huawei. Пекин отменил торговые переговоры, в которых была крайне заинтересована Оттава. Кроме того, китайский МИД вслед за американским послом вызвал также канадского и потребовал немедленно освободить Мэн Ванчжоу. Напомню, ее задержали в Ванкувере 1 декабря по запросу Вашингтона, который обвиняет Huawei в якобы имевших место нарушениях торговых санкций против Ирана. Сейчас решается вопрос об экстрадиции Ванчжоу в США. И все это на фоне сообщения о том, что на саммите G20 Пекин и Вашингтон смогли договориться о прекращении торговой войны. Тем временем дочке основателя Huawei грозят неприятности на родине. По данным СМИ, у нее было 4 паспорта Китая и 3 Гонконга на разные имена.